Итак, всем привет. Продолжаем ФК Мобайл. Пройдем премьер-лигу, если получится. За Челси. Погнали. Первая игра. Раунд 1. Так, на заменке там будут выходить Мадуэке и Мудрик. По центру. Скорость. На левом флангсне это нормальная. Так что погнали. Первый соперник. Долгая загрузка какая-то. Так, так и думал, что Арсенал будет соперника. Имя Реал. Так, выход. Добавили звук. До этого не было. Составы быстро показывают. Хаверц, Томас. Сразу что успели увидеть. Так, понеслась. А, соперник, оказывается, не зашел в игру. Вон там Wi-Fi у него серый. Это значит, соперник вышел с игры, походу. Будем играть против бота. Или нет. Короче, фиг его знает. А бот иногда опасно так и делает. Как сейчас. Закрыть, закрыть. И повезло. Не попал. Так, начинаю свою атаку. Хорошо, что боты сильно не прессингуют. Ну да, либо АФК, либо вышел с игры, либо у него не догрузилось. А может, хотя на первых этапах часто так бывает. Так, не давай делать подачу. Блин, бежит по флангу. Успели. Все равно угловой. А, не, не угловой. Это хорошо. Так, идем вперед. Джексон. Удар у него мощный. Уже затестил. Фернандес иногда может стрельнуть. Так, навесик. Проигрываем. Так, хочется это оббежать по центру. Забираем. Так, блин, не то. Полумер такой финт. Так, 0-0 первый тайм. Сразу заменки. Готовим. В центр выпускаем. Ускоряем центр. Так, Рукорелла надо тоже. Неплохо справляется в защите. Так, ждем подключения. Лавия. Джексон. Кайседо. Забег просим. Фернандес. Вот пасовка. И ударчик. А чё он как-то назад бьёт? Офсайд был или не? А не, угловой. Так, Джексона ищем, а там защитник.
И угарчик слабенький кот. Так, кто у нас? Мадуэки, Фернандес, Педро Нето и ударчик. И попадает Педро Нето. Хорош. Пяточкой пас. Сразу приняли ударчик через подкат даже. Получилось пробить. Так, следующие атаки. Перехватик. Это иногда плохо так открывается. Не знаю, что делать надо. Хотя он атака включена. Так, подборчик есть. Прям подкат. Блин, опасно. Закрыть, закрыть. Повезло, что не попал. Сейчас бы заруинили. Боту проиграли. Фернандес. Запускаем Джексона. Навесик и ударчик. И ничего себе, прям в девятину залетает. Вот это Джексон мощно за штрафной пробил. Ложится и бьет с разворота. Прям девятину. С навеса у него мощные удары. Два ноль затащили. Второй тайм. Такая вот победа. Перемещаемся во второй раунд.